да, поехали, пожалуйста, да. Tarikası değil bu, bu Gagaş'ın tarikasıdır. Cür ne içeri? Bu da bana da tarikadır. Görürsem. Hamzını çekmiştim. Sildim getdi elim deydi. Allah haqqı. Ne güzel idi Quran haqqı. Nətər sildim. Niye sildim özüm de bilmirəm Allah haqqı. Elim deydi nastrofiyi sildim. Nətər adamım ben. Gün ayın 26'sıdır. 26'sı. Görsən nə gözəldir bunlarda, bax belə düşür, bax belə. Mən evi belə düzəltdirmək istəyirdim, reyd. Я на улице жду тебя. Да, мне надо снова все записывать. Давай свадьба. Надо свадьбу оставаться завтра. 100%. Она хорошо. 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 Она давай, давай. Давай музыка, музыка. Она хорошо. Это мой девушка, давай, смотри, мой девушка. Открой ему дверь, она. Да. Едет, едет, едет. Да? Она жмя. Не надо снимать девушку. Я понял. Thank you.
камере здесь и все она. Никто даже не понимает, правильно? Да. Да, да. Как навигатор, да? Да. Парк на эти. Сейчас музыку поставлю. Да. Говорю. В Америке говорю. Не, не, в России тоже. Да? Да. Газель есть такой? КамАЗ, так и маленький. Не, не. Навигатор стоит, навигатор. Не, не говорю, камера. Камера там полюта стоит. Thank you.
الجوار. إن شاء الله دائما في أحلى اللحظات على أحلى الموجات موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء. السلام عليكم. نوال يلا السلام عليكم. كيف حالك؟ لاباس؟ يلا سلمى عربي. اعطيني بوشة اعطيني بوشة اعطيني بوشة. اسمك اسمك؟ ماريا؟ لاباس؟ ثوري؟ ايجا ايجا ماريا؟ هنا؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ لاباس؟ اسمك؟
Maria? Vara, vara. Tää. شكون؟ تتمسخ مسخ؟ أو شكرا شكرا. أصبر. Kostu var, bir dakika koz. سبب مش أخضر سبب نورمال لوكس لوكس تجنب المشاكل اللي ربما كثير نوع من الموتيفاسيون نوع من بام ولكن بالإمكان فاللجنة قدمت وأنا هنا لا ألوم اللجنة وأنا منذ اليوم مستعملتك اللي قلت الوزير يتحمل مسؤوليته بتو آه بيه هاتف جيب غالي آه بتحضر قادر لا شوف ما نشوف فيديو كاي أنا سلوم شو تم تليمه كذا ويدا دا دنيس سنيماي دا не надо рассказывать давай давай рассказывай свою историю ну не то я журналист брат я журналист расскажи брат. Не, говорю, что менталитет такой здесь. Ага. Ну, для людей, которые не учились, все такое. Они, допустим, здесь работают так, мало денег зарабатывают. Думают всегда, что если уедет в Европу, ну, допустим, как он думает? Пойду в Россию, там буду работать, как козел, угу. Зарабатывать деньги, сделать много денег, чтобы когда прийти здесь. Показывает себя богатым. Я да, в Европе работаю, да. Машины есть, все такое. А там он работает как козел. Да, у нас да. Много в Италии живут. Они там работают как козлы прямо. Типа как все узбеки, картошка да? Зарабатывают, да. Выращивают там. Мусор кидают. Да, да, да. Монстр собирает. А когда здесь приедут, блин, Мерседес, все такое. Все эти деньги, которые зарабатывают весь год, затрачивают здесь в один месяц. Чтобы показывать себя богатым. Согласен. За границей работает. И здесь эти тоже самые работы есть, но они не хотят здесь работать так же. Понимаешь? Да. Не хотят показывать, что самое, они да. Плохой работают, все такое. Это много, много здесь среди этих. Среди людей. Люди. فاكر في مسلسل مثل زبورة ذيك بيه فاكر اللي مات مش اسمه سمي شوكو لا سمي نظر كل عمل مسلسل رمضان اسبوع فاكر جات خدمة معاه في الوحدة الاجونس سهر غالي مش معنى المدرب زي الكل نعرف على كوه Вот, а оформить.
Куда нам чили? Фин. Где шкаф ты бил? 5 лет. Ну что же мы это очень вклад. Не осталось, понимаешь, лучше давай сниму. Блядь, все снимал, все, блядь. Как? Жалко. Жалко, я все там снимал. Ты хорошо снимал, я видел. Да. Я хотел большой камеры перелететь, профессионал, который свадьбу снимает. А, потом думал, она большая. Да. Это место похоже у нас на столицу, вот, Баку. Похоже. Баку такой? Да, да. Ну, Бор не такой. О, видишь, он... все тунисец. Да, да. Столица Тунис. Остался сколько километров в Тунисе? Уже в Тунисе. 13. А, 13 самого центра, да? До центра 13. Это Тунис считается, да? Это все равно, правильно? Это? Да. Да. Или там чуть-чуть область? Пригород. Населенный пункт Тунисе 11 тысяч. Правильно? 11 тысяч. Нет, полтора миллиона. Полтора миллиона, да? Да. Самый большой город. В Тунисе? Во все государства. А, все понял. Город у вас дорогие? Все? Дорогие, допустим. Допустим, Сеченин дешевле, здесь дорого, допустим. Жить, да. Или одинаково? Ну, да. Не, есть разница? Разница маленькая. Разница, например, если снимать квартиру, здесь гораздо больше стоит. Столица больше. Три комнаты, допустим, сколько стоит? Ну, допустим, нормальный, хороший евро, и ремонт, и тип такой, стоит не менее 400 динаров. $200. Для России это мало. Но если считая уровень зарплаты здесь, получается много. Потому что средняя зарплата в Тунисе, в столице, 700 динар на 500 евро, средний. Поняли меня? Понял. Ну, и есть кто снимает даже за $2000. Из Либии приезжает сюда, снимает за 1000 евро в месяц. У них что, деньги у них много денег, очень много денег. И у них негде там тратить денег. Нет здесь кафе, ресторанов. У них там в Либии нету. Приезжают сюда в Тунис для лечения, во-первых, чтобы лечиться. Потому что у них нет больницы. Докторов нет. И приезжают сюда отдыхать. Здесь же дискотеки и все такое. У них нет дискотека, да? У них нет вообще дискотека. Алкоголь там не продается. А страна большая, да, у них? Больше, Либия, чем Тунис. Просто там жизнь по-другому. Да, у них нефть, денег есть, но нигде тратит. Они чадра одевают? Что чадра? Это чадра. Есть кто как одевает. Тунис? Есть кто нет. Нет, я имею в виду, как Тунис одевает открыто. Допустим, хаул открывал открыто, да, если когда... В Либии есть места, которые живут как в Европе, а есть места, которые живут вообще, как Саудовская Аравия. Там плохо читать больше, чем в Тунисе. Правильно? Хуже, да.
мы уже в городе, да, находимся, да? Да, уже. Это город, да? Город. Это Арена. Арена? Арена. Здесь продаются все это, запчасти для машин. Ага. Ну, всякие запчасти, видишь, Mercedes, да, да, BMW, да. Все такое. Машины даже продают здесь. Я хотел бы сказать, допустим, в Тунисе переехала девушка в шортах, гуляет из Руси. Нормально? Нормально. Ничего не будут сказать, ругать? Никто не ругает, никто не тронет. За это русский что-то скажет? Полиц, допустим, бывают такие проблемы? Нет. С туристом вообще нет проблем. Нет проблемы? Нет. Даже тунисцам, если гуляют в шортах и в майке, никто не тронет. Никто не говорит, зачем это. Менталитет другой. Европа считается. Да. Мы очень любим это. Жить как в Италии. А, все понял. Там раньше здесь итальянцев много были, и французы. Даже в магазине что-то. Может, в магазине, да. Что-то тип такой. Ну там магазин был, да, мне кажется. Реклама стоял там. Машин красивый. Что-то не забыл. Машин красивый сделал. А, да. Ой, блин. Надо тюнинг. Можно так делать, да, на моей? Не, не красиво. Есть козли, которые так. Не, да, она в Африке. Как, да, как африканская лошадь, да, вот, понимаешь? Дом строят новый. Ой, это слишком большая дом. Это не домов. Это какой-то офис, наверное. Офис. Все офисы. Это супермаркет? Манфильтр. Для машин, что ли? Манфильтр. Что? Как... Запчасти для машин там делают. Делают. Завод типа маленький. Да. Фильтры там делают. А. Красивая. Это Кока-Колин завод. А, это Кока-Колин завод. У вас в Тунисе много Кока-Кола пьет? Много. Да, любит. Да, да. Любит, да. У нас даже наша Кока-Кола. Да. Ну, типа газировки русские. Да. У нас тоже наши. Бога. Это пишется как вода. Вода, вода пишется вода. Прям. Ага. Это наш тунисский. Ну, здесь красиво, чем... Не, есть красивее. Это главный аэропорт всей страны. Ну, да, мы аэропорт уже? Да, уже. Мы, вот. Мы приехали так быстро. Что, город закончился? Стадион, да, здесь или что? Что? Можно стадион? Не-не. Да, мы приехали в аэропорт. Тунис. Кабаролет тоже есть в Тунисе. Военный стадион. Машин, да? Не-не. Это американский. Тунисский, но машина американская. Ну, американская, да. У вас солдаты как американцы, значит, одевают, да? Да. У вас красиво. Они тренируются с американцами. У вас, которые... Здесь все американцы, да, значит, главное так? Или нет? Что? Я говорю, они как американцы, да? Учатся все это, да, правильно? Да. Научат американцы. Тунис, 27, 22, 35,
улетает? 540? Это номер рейс. Номер? Номер рейс. НПРМ, да? Там будешь 5:40. Ага. Русское время. Без 26 будешь там. Без 26 буду там? Да. Все. Ты в Домодедово прилетаешь. На арабский знает все проблемы, да? Да. Будет написано здесь полет Москва. Будет написано. О, Москва Домодедово. Угу. Еще нет времени. 22:35. Потом заклянется где-то в пол девятого. Конченый, да, конченый? Да. Да, да. Да, я его рот ебал. Да? Да, у него. Жопа стала большая. Смотри, как большая жопа, да, у него. Сними, 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 сними. Как дела? Ты не слышишь наш голос? Нет, это постоянно. А то хаштык. Хабиб, то хаштык барша-барша. Аллахи. Ты видишь в Тунисе? Сава, она... Сава, левит. Город Москва на МКАД. Ле, ле, ле. Принесся где-то в пол девятого. Конченый, да, конченый? Да. Да, да. Да, я его рот ебал. Да? Да, у него... Жопа стала большая. Смотри, как большая жопа, да, у него? Сними, 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 сними. Как дела? Ты не слышишь наш голос? Нет, это постоянно. А то хаштык? Хабиб, то хаштык барша-барша. Аллахи. Ты видишь в Тунисе? Сава, она... Сава, левит. Город Москва на МКАД. Ле, 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 тунизяна. Там ты? Салам алейкум. Кеф Али, Хабиб. Мелик. Кеф Али, Хабиб. Ты хаштык, валлахи, ты хаштык барша. Уже сколько лет тебе? 5 лет уже тебя не видел. Ты, братуха, всю жизнь на моем сердце, иншаллах. Аксакал. Помнишь слова Аксакал? Сломал. Аксакал. Не помнишь? Нет. Я всегда говорил Аксакал. Типа старый мужчина уважительный. Мы находимся Африка. Африка, Африка. Мелик, это кип-кип тропка, что ли? Что? Тропка или светофор? Нет, не светофор. Тропка не бывает у них? Ну, бывает, да. Но здесь нет.
Где? Возьми, она. Вот это цветы. Жасмин. А, жасмина. Жасмин называется, да? Да. Очень вкусные. Пахнет, да. Один динар, да, стоит? Ну, очень дорого стоит, так можно говорить. Hoş gelmiş İlyas'ın torpağına. Biz Arabistan'ın hepsini gezdik mi? Akır ki geldi vatana çıkmak. Vatanın kadasını alarım ben. Yaşıldık, otduk. Orada görmüşsen otluğu. Allah korkutsa yok da. Nerede? Ey koronak sehralık da nerede? Pes o. Ne görse cim bakarsın. Palmalar var. Palma görse ha. O da her yerde yok. Ey. Bura. Çekir eziyet mi Musa? Bomba 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 kimi? Bomba 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 kimi? Ekskluzif olarak değil. Salam Şah, aleyküm selam. Necesin? Vaziyet nece? Nerede vaziyet de? Gedirde neşem neşem. Salam Şah, aleyküm selam. Necesin? Vaziyet nedir? Nerede vaziyet de? Gelip de neşer, 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 neşer. Sevdiğim ağladım beni, sevmeyi balladım beni. Senden fırladım beni, köşey, 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 köşey. Gel açmaya gam kanını, sözle bezer koy kanını. Yaşlarımız var, oh be kardeşlerimiz var.
кашай, 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 Yok yok, çuvala.
bir de. Baba, baba da. Baba da. Kadını kesildi. Kesildi ne ya? Evet, evet. Tamam. Biraz yavaş. Kendinden sonra salyon diye açtın. Yadından çıkıp çekmeyen bir şey. Sen de eğitim bana. Ben sevişmeme de bu internete duracağım yani. Riyaz'dan kavga kefeyle. Ben kefeyle istat edici adam yana yana. Arkadaş da remont edildi bu. Birinci yerden sonra remontta. Şuraya koyun doldan mı? Alaçan kavganın kavga artısı. Kapağı da uzun. Siz ne bilirsiniz kardeş?
Bilmir, Azərbaycanda siz özbəksiz, türksiz, ağabeysiz, yoxsa qalıboysuz, göbəyə açıqsız. Nə millətsiz, qardaşsız? Tanış olmaq olar sizinlə? Siktir burda. İndi bunu qoyacam oraya, deyilə... Vur baxaq, ana. Bir reklam edəcəm, səntər, buyurur. Dənə deyəcəm. Onu kesir, qadana kesir də. Kesir də nə yaxşı, nə? Tamam. Biraz yavaş, onu ölçək. Götümüz gecəmə! Çaman gələcək bu dəqiqə. Həqiqə sikəcək götümüz. Ədikdir ki, yaxşı, yadından çıxıb çəkməyəm, çəksəm deyəkdir bana. Ən sevişmə də, bu internetə duruyacaq, yəni riyazdan xalqı kef eləyək. Mən kef eləyək, start edici adam yana-yana. Qaqaşı da remont edir bu, birinci yerən sonra remontda. Şirə qoyun, doldan bu, Balakən xalqının xalq qardısı. Papağı da özbək, siz nə millətsiz qardaş? Bilinmir, Azərbaycanda siz özbəksiz, türksiz, ağabeysiz, yoxsa qalıboysuz, göbəyə açıqsız. Nə millətsiz qardaşsız, tanış olmaq olar sizinlə? Siktir bu. İndi bunu qoyacam oraya, deyilə... Vur baxaq, ana. Bir reklam edəcəm, səntər, buyurur. Dənə deyəcəm.